Университет третьего возраста начал свою работу на базе Центра социального обслуживания с 2016 года. Программа предусматривает разнообразный досуг для пожилых людей и инвалидов. В университет входит несколько факультетов. На факультете здорового долголетия участникам рассказывают о правильном питании и здоровом образе жизни. Для пенсионеров проводят занятия по скандинавской ходьбе и лечебной физкультуре. На правовом факультете можно получить ценные знания от юриста центра. Компьютерные грамотности – это очень важный факультет на сегодняшний момент, потому что пожилые люди в большей степени не владеют компьютером или же смартфоном, которые внуки которых им предоставляют, дарят, но пользоваться не обучают. Поэтому мы помогаем и в этом вопросе справиться с этой техникой. На факультете «Психологическая мозаика» нет лекций и семинаров. В формате живой беседы психолог помогает участникам поразмышлять над важными темами, подумать о приоритетных жизненных ценностях. Здесь пожилые люди могут безопасно поделиться сокровенным и получить поддержку группы и самого специалиста. Здесь собираются люди, которые, возможно, переживают возрастной или личностный кризис. Возможно, они испытывают чувство одиночества, потеряли, к примеру, близкого человека. Или они просто нуждаются в общении, в каком-то таком особом, качественном общении. Либо это люди, которые интересуются психологией. В группе самопознания участники прорабатывают чувства, эмоции, страхи и тревоги, отношения с окружающими. А на факультете сценического искусства ждут тех, кто видит себя на сцене. На факультете работает творческий коллектив «Саквояж». Артисты ставят сценки, спектакли, выступают со стихами, танцами, музыкальными и литературными номерами. Сначала стали ставить новогодние сказки для детей сотрудников, для ребят из теплого дома. А далее мы вышли за рамки новогодних сказок. В прошлом году мы поставили спектакль «Происшествие в стране мультипульти», он назывался. Большой такой же длинный музыкальный спектакль. И в этом году мы посягнули на Федота Стрельца. Также на базе университета можно научиться лепить из полимерной глины и работать на гончарном круге. Записаться на факультеты университета третьего возраста можно в течение всего года. При желании можно посещать занятия сразу по нескольким направлениям. Программа реализуется до конца марта. Запись и информация по телефону 694-43. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.